Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на станцию Тхинки. Две дополнительных ласточки «Москва-Клин» запустят 10 декабря, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Из Москвы можно уехать на 12.53, из Клина – в 15.15. Поезда останавливаются в Химках, Сходне, Крюково и Подсолнечной. Это позволит не ждать востребованный после дневного перерыва поезд. Новую ласточку назначили и до Крюкова отправлением 17.45 из Москвы. Эта ласточка разгрузит поток пассажиров в вечерний час пик на тверских ласточках. Расписание обновится на официальных порталах. Обращайте внимание на объявление. Редактор